Hello and welcome to Привет another edition и добро пожаловать на очередной эпизод «Путеводителя по галактике». Сегодня я буду вашим ведущим, Уилл Вайсбаум, ваш третий любимый лормейкер. Сегодня мы с вами рассмотрим систему Келлог. Это очень увлекательная система, и она отлично подходит для начала дня. Что ж, приступим. Для начала составим маршрут, отправимся с Земли и прямо на Келлог. Вводим данные. Сегодня я воспользуюсь своим маленьким кораблем, Геральт. Давайте выберем маршрут. 10 или 5 прыжков. Конечно же, 5. Так будет безопаснее. Посмотрим на маршрут. Отправляемся из Солнечной системы. Затем идет Крушоу. Затем Нал, из которого мы отправимся в Вегу, потом мы окажемся в Вирджиле. А ведь это военная засекреченная система, я уже начинаю жалеть, что выбрал самый короткий маршрут. Здесь мы воспользуемся точкой перехода в Келлог. И вот мы на месте. Добро пожаловать в систему Келлог. Для начала следует отметить, что это развивающаяся система UE, и она попадает под защиту закона о справедливом шансе. Если вы не знакомы с этим законом, я поясню, что он был разработан для защиты планет, на которых обитали разумные существа. Закон позволял этим видам развиваться без какого-либо внешнего вмешательства. Это случилось после того, как здесь провели терраформирование, а затем на этом мире была обнаружена развивающаяся культура, которая была полностью уничтожена, и теперь UE пытаются защитить подобные развивающиеся системы с помощью закона о справедливом шансе. Поэтому вся эта система теперь находится под защитой. В центре системы расположена звезда главной последовательности класса G, это желтый карлик. В Келлог находится 6 планет, площадь системы порядка 33 астрономических единиц. Здесь имеется зеленая зона, довольно маленькая по сравнению с системой. Она начинается в 0,9 и доходит до 1,3 АЕ. Но что больше всего интересует людей в системе Келлог, так это два ее населенных мира, которые называются Ксайс, расположены вот здесь. Это было главное место для применения закона о справедливом шансе из-за местных развивающихся видов, и позже мы поговорим об этом. А вот здесь находится Квартердек. Это скверная планета-тюрьма, и между двумя этими планетами находится сердце системы. Но прежде чем мы углубимся в историю, давайте рассмотрим остальную часть системы. И начнем мы с Келлог-1. Вы можете видеть эту красную планету на карте. Ее цвет и высокая температура обусловлены очень близким расположением к звезде. Вся ее поверхность — это расплавленная лава. Это лавовая планета земного типа. Здесь происходят невообразимые выбросы лавы. Они настолько мощные, что достигают самой атмосферы. И в зависимости от вращения планеты, эти выбросы могут формировать целые скалы при остывании. А иногда здесь можно увидеть настоящий лавовый дождь. Это очень опасная планета для посещения. Сама система была открыта в 2811-м Падаком Коуэном, пилотом флота. Он всю свою жизнь посвятил обнаружению новых систем, и эта система была единственной, которую он смог открыть. Это случилось под конец его карьеры. Его мечтой было обосноваться в системе, которую он открыл. К сожалению, здесь этого не произошло, поскольку
система попала под действие закона о справедливом шансе, и ему не позволили жить в этой системе, даже несмотря на его многочисленные просьбы. Утешением для него стала возможность назвать систему Келлог в честь его наставника и старого приятеля, который умер незадолго до открытия. И мне кажется, что это довольно трогательный способ отдать дань уважения, по крайней мере, ему разрешили это сделать. Итак, мы рассмотрели Келлог-1. Келлог-3 расположен вот здесь. Это дымная планета. В данный момент на ней никто не обитает, и здесь нельзя проводить терраформирование за действие закона о справедливом шансе. Из всех здешних миров этот самый заброшенный, потому что основное внимание уделяется к Зайсу и Квартердеку. На Келлог 4 и 5 все идет своим чередом, а на Келлог 3 ничего интересного не происходит. Именно поэтому эту планету облюбовали контрабандисты, преступники, которым хватает смелости вести свои дела в столь защищенной системе. Поэтому, если кто-то хочет скрыться в системе Келлог, он непременно направляется на Келлог 3. Теперь давайте взглянем на Келлог 4. Келлог 4 — это суперземля. На планете находится множество полезных ископаемых, и многие люди хотят добыть их, но до сих пор не решен вопрос о добыче. Иногда даже вносились предложения о том, что преступники с квартердека могут быть направлены на разработку шахт, тем самым пополнив казну ЮИ. Особенно подобные предложения выдвигали частные компании, но на данный момент они не пришли ни к какому соглашению, и планета остается нетронутой, за исключением некоторых личностей, которые бродят по поверхности планеты, желая найти ее богатство. Келлог-5 — это газовый карлик. Что довольно необычно, планета не относится к газовым гигантам, потому что у нее каменное ядро. Это один из нескольких газовых карликов, которые вы можете найти на просторах ЮИ. Вначале ситуация здесь была, как на Келлог-4, здесь не разрешали развивать промышленность, но из-за постоянно растущего числа кораблей, направляющихся к квартердеку и к Сайз, здесь было разрешено открыть несколько станций для заправки, и сейчас эти станции снабжают топливом корабли ЮИ, находящиеся в системе. Теперь, когда мы рассмотрели эти планеты, давайте перейдем к сердцу системы и поговорим о Ксайз. Вот он перед вами. Ксайз — это скалистая планета земного типа. Большая часть поверхности покрыта теплыми океанами и джунглями. Я сказал «больше», потому что на планете есть разные участки поверхности, но океаны и джунгли доминируют, когда вы смотрите на планету из космоса. Сама планета была названа Ксайз в честь первого существа, которое обнаружили ученые при первых исследованиях. У этих существ было по 14 глаз, а Кси — это 14-я буква греческого алфавита, поэтому форма множественного числа Кси стала названием планеты, теперь она известна как Ксайз. Причина, по которой мир попал под действие закона о справедливом шансе, заключалась в примитивных гоминидах, которых называли ормами. Эти существа жили в северных регионах планеты. Это одни из самых быстро развивающихся существ в данном мире, попавших под действие закона. По наблюдениям ученых, в прошлые века уровень развития их общества и письменности значительно повысился, что очень удивило исследователей, работающих здесь. И хотя лишь немногих ормов видели за пределами планеты, были существа, которых замечали по всему ЮИ. Мы сейчас говорим о домашних питомцах.
В начале 30-го столетия некоторые контрабандисты смогли поймать парочку этих существ, увезти с планеты. Люди считали, что этих зверюшек было легко разводить, у них была короткая продолжительность жизни, они были очень богаты белками, что делало их отличным источником пищи. Но, к сожалению, вскоре обнаружили, что в животных содержатся ядовитые аминокислоты, от которых невозможно избавиться, что делало их несъедобными. Но в процессе приручения люди узнали, что из них выйдут отличные питомцы, ведь они были дружелюбными, за ними было легко ухаживать. И в скором времени они стали очень популярны среди обеспеченных людей ЮИ. Власти ЮИ пытались найти этих контрабандистов, ведь нельзя было закрывать глаза на тот факт, что эти зверюшки были вывезены с мира, который находится под защитой закона о справедливом шансе. Так что население ЮИ начало нервничать, когда начали штрафовать, даже арестовывать людей, связанных с торговлей этими питомцами. Многие просто выпустили своих любимцев на улицу, и эти зверьки очень легко приспосабливаются к различным условиям, и в результате чего они заполонили города по всему ЮИ. Популяция этих животных стала значительно увеличиваться. Со временем люди привыкли к этим животным, и сейчас больше этих питомцев обитает за пределами Ксайс, чем на самой планете. ЮИ изменил свое отношение к данной проблеме, и теперь можно совершенно законно разводить этих животных. Рядом с Ксайс находится орбитальная платформа Пегас, которая используется в качестве базы для проведения научных исследований. Также здесь расположен военный контингент, который защищает планету от влияния извне. Военные постоянно перенаправляются от этой платформы в квартердек и обратно, однако платформа считается более приятным местом для несения службы. Это довольно обычное дело, когда вы несколько месяцев служите здесь, потом на несколько месяцев вас направляют в квартердек. На платформе есть смотровая площадка, оттуда открывается вид на всю планету. Именно в этом месте собираются люди для общения. Если вы прилетите сюда, убедитесь, что у вас есть пропуск, разрешение на доставку товаров или персонал на станцию. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы. Когда вы будете покидать станцию, вас проверит множество служб безопасности, ведь они не хотят, чтобы вы увезли какой-нибудь запрещенный образец, потому что на станции хранится множество различных образцов, многие из которых в прошлом были незаконно вывезены, так что теперь ваше судно тщательно проверят, прежде чем выпустить вас со станции. Отсюда мы направимся на квартердек. Квартердек — это ледяная планета земного типа. Причина, по которой квартердек имеет свой нынешний вид, заключается в том, что всю систему планировалось отдать под научные исследования. Это было еще до того, как были обнаружены две точки перехода во владение Вандул. И здесь также находятся точки перехода Вирджил и Вектор, что делает систему еще более опасной, поскольку в то время начали появляться объединения рейдеров Вандул. Именно тогда впервые было предложено повысить военное присутствие в системе, но сенатор Даниэла Агрон предложила вместо размещения военных на планете сделать Келлок-6 планетой-тюрьмой. И это позволило бы не только решить проблемы с безопасностью, но и заработать деньги от постройки заводов по переработке антиматерии. И после долгих споров эта идея была одобрена. Ведь не на каждой планете жители захотят размещать заводы по переработке антиматерии из-за очень высокого риска. Но здесь было безопасно, ведь квартердек был удален от остальной системы, также находился далеко от Ксайс, поэтому выбрали именно эту планету.
Присутствие квартердека в системе сделало Келлог одной из самых оживленных систем, находящихся под действием закона о справедливом шансе. В систему постоянно прибывают люди, которые никак не связаны с исследованиями. Планета так хорошо подходит на роль тюрьмы, потому что Келлог-6 — это очень холодное место. Низкая температура рассматривалась как мера предотвращения побега, ведь если человек окажется за пределами строений, он очень скоро окажется в беде из-за условий окружающей среды. Таков был замысел. Однако некоторым все же удалось сбежать. Один из недавних известных случаев произошел, когда заключенный сбежал из тюрьмы и затем скрылся на Келлог-3, пытаясь уйти от преследования. Его так и не нашли, и он даже сумел прожить несколько месяцев на планете, скрываясь на угнанном корабле. Ему почти удалось полностью скрыться, но в конечном итоге он был вновь схвачен силовиками. На квартердеке, как я уже говорил раньше, находятся заводы по переработке антиматерии. Заключенные работают на этих заводах, чтобы им сократили сроки. Недавно сенатор Герон из системы Элис предоставил законопроект, согласно которому работа на перерабатывающих заводах станет обязательной для всех заключенных, чтобы повысить доходы завода. В то же время некоторые сенаторы предлагают полностью изолировать систему, как, например, Coral, ведь система представляет угрозу для безопасности ЮИ из-за переработки антиматерии, поскольку эта планета находится рядом с другими обитаемыми системами. Рядом с квартердеком в точке Лагранжа находится звезда правосудия. Это основной пропускной пункт на квартердек. Все корабли, прибывающие на эту планету, должны пройти через звезду правосудия. Местная система безопасности позволяет принимать заключенных, затем направлять их на квартердек. Многие наемники привозят преступников прямо сюда для дальнейшего перенаправления. Поэтому здесь довольно оживленное движение. Глядя на систему безопасности звезды правосудия, квартердека и Пегаса, можно сказать, что в системе много укрепленных секторов, ведь им уделяется основное внимание. В остальной части системы не столь жесткие меры безопасности. И в связи с иллюзией безопасности всей системы, в недавнее время были случаи, когда ученые отправлялись на исследования без сопровождения, подвергались нападению со стороны группы преступников, укрепившихся в системе. В результате ученые лишались своего дорогостоящего оборудования. Поэтому многие думают об усилении мер безопасности на кораблях, летающих в более тихих секторах системы Келлог. В общем-то, и все по системе. С одной стороны, здесь проводятся самые передовые исследования в области науки, с другой — заключенные, работающие на опасных заводах по переработке антиматерии. Такая вот получается дихотомия. Однако вам понравится исследовать ее в игре. Спасибо большое, что были со мной в этом выпуске «Путеводителя». Спасибо всем за вашу поддержку и помощь в создании этой игры. Это невероятно. Ну и, конечно, спасибо нашим подписчикам за поддержку подобного контента. И увидимся в следующих выпусках. See you soon.